зимняя шипованная шина Marshall Eisenstadt KW11 предназначена для легковых автомобилей, кроссоверов и суровых зимних условий. Благодаря усилиям компании Kumho, вторая линия бренд Marshall получил разнообразные рисунки, которые прошли испытания ранее в моделях Kumho. Это действительно так, маркировки и рисунки многих моделей практически идентичны. В этом огромный плюс для потребителя, который может, не боясь, устанавливать шины Marshall на свой автомобиль, когда гарантом является такой шинный гигант, как Kumho. Этот видеообзор посвящен зимней шипованной шине Marshall Eisenstadt KW11 для легковых автомобилей, кроссоверов и суровых зимних условий. Симметричный рисунок протектора позволил создать сбалансированное пятно контакта и сделать сцепление зимними покрытиями максимальным. Концентрация массивных блоков в центре протектора улучшает курсовую устойчивость, управляемость и делает ее очень легкой. Ламели в блоках протектора создают кромки сцепления, улучшая разгон и торможение на снегу и льду. Наличие отверстий для шипов позволяет усилить эффективность данной модели на ледовых покрытиях. Два широких продольных канала эффективно борются с аквапланированием. Зимняя резиновая смесь устойчива к низким температурам и сохраняет свою эластичность. Шины Marshall Eisenstadt KW11 производятся с учетом типов дорожного покрытия зимних условий в Скандинавии и России. Вы будете в полной безопасности и под защитой их уникальных зимних технологий. Зимняя шипованная шина Marshall Eisenstadt KW11 предназначена для легковых автомобилей, кроссоверов и суровых зимних условий. Для получения регулярной информации о новинках шин подпишитесь на наш канал в YouTube. Интернет-магазин 4 точки. Мы заботимся о вашей безопасности на дорогах.